Городской телеканал ЮТВ продолжает рубрику «Свой корреспондент». Время 15:11. Кладут асфальт. Классно. Во дворе по улице Ульяновых, 44, проходит частичный ремонт дорожного полотна. Об этом сообщает наш телезритель Радим. Его удивило, что асфальт решили укладывать поздним вечером под сильным снегопадом прямо на мокрый асфальт и без специальной техники. На кадрах видно, что свежий асфальт укладывают не специальным асфальтоукладчиком, а ручным маленьким катком. А КАМАЗ, который привез рабочим асфальт, провалился колесами под снег и застрял. А если вы тоже стали свидетелем какого-либо события и засняли это на камеру своего мобильного телефона или видеорегистратор, то присылайте свое видео к нам в редакцию по адресам, указанным на экране.